На нашем последнем стриме я уже говорил о том, что мы сейчас готовимся к переезду в новый большой двухэтажный офис. Собственно говоря, пока что здесь потихонечку завозим какие-то основные, так скажем, моменты по типу там девайсов, моников, каких-то основных ПК. Но давайте вам немножко покажу, что вообще это будет. Итак, за место. Соответственно, вот это у нас будет первый этаж. Он, как я сказал, офис состоит из двух этажей. Площадь стала намного больше. Наш предыдущий офис был там около 100 метров, это 215. Соответственно, в двух словах. Это у нас первый этаж для клиентов. Здесь будет небольшая клиентская зона. Да, ну не очень. 50 с чем-то квадратов. На первом этаже, да. Да, потому что у нас тут будет отдел 3D и так далее. Здесь упаковка. Да, здесь, скорее всего, мы подготовим под упаковку всю систему. Здесь у нас будет также несколько рабочих столов, соответственно, там бухгалтерия, накладные, чеки и так далее. Ну и в целом кто-то явно будет и здесь сидеть. Заниматься компами. Здесь также еще поставим довольно большое количество стеллажей, наверное, под комплектующие и так далее. Но потолки основная... Какие? Потолки очень классные. Потолки стали намного выше, намного больше масштаба. Но, конечно, основная движуха будет у нас вот здесь, на втором этаже. Кстати, очень прикольная лестница. Давайте поднимемся. У нас, кстати, есть уже готовая визуализация того, как это будет выглядеть с ремонтом. Это, если что, пока что без ремонта. И давайте, собственно говоря, начнем с того, что это очень большое помещение по сравнению с тем, что у нас было до этого. Здесь... Давай, вот отойди. Слушай, это прям... Да, места стало намного больше, и, конечно, возможностей станет тоже намного больше. Да, ты где-то далеко. Соответственно, в двух словах, что здесь будет? Здесь у нас также будет довольно большая зона, уделена всяким стеллажам под комплектующий, соответственно, под склад. Большое количество, кстати, солнечного света. У нас в предыдущем офисе, соответственно, вообще не было доступа к солнцу. Это было печально. Здесь у нас будет большое количество, да, рабочих столов под, соответственно, изготовление систем. Здесь тоже все это будет в столиках. Здесь у нас будет небольшая зона для отдыха, небольшая кухня. Соответственно, кофемашина, холодильник. Возможно, какой-то телек будет висеть там с PlayStation. Здесь, соответственно, диванчики для отдыха. Здесь вот будет самая интересная зона. Мы сейчас вам покажем в целом визуализацию, как это будет выглядеть. Соответственно, туалет здесь имеется. Да. Здесь у нас будет, соответственно, стеклянная перегородка. Ее нужно будет, соответственно, тоже это все заказать, изготовить. Вот. Мы, соответственно, заходим в нашу будущую студию. И вот здесь нас, вот в этом уголке, так скажем, будут, соответственно, делаться и уже финальные фото систем, и стримы, и запись контента и так далее. То есть плюс-минус в этой области. Да, здесь будет и диванчик и так далее. То есть плюс-минус где-то вот в эту сторону это все будет сниматься. Давай покажем вообще визуализацию. Самое главное, что... Студию? Ну, вообще в целом, давай все быстренько покажем. Сейчас. Собственно говоря, те, кто захотели, наверное, досмотреть до этого. Прям до этого момента, да. Я думаю, им интересно посмотреть будет все. Давай, соответственно... То есть это у нас... Это вот... Точка. Вот это у нас будет вот эта точка. Соответственно, это выглядит очень классно. Я, знаешь, я очень хочу вот это. Это у нас вот так под углом. Так, так, давай дальше. Идем дальше. Очень классный это свет. Это вот с этой точки. Здесь очень классный свет. Мы вообще в целом хотим сделать акцент на свете. И свет будет, естественно, ребят, без BMW, сами понимаете, никуда. М4. Свет а-ля как в детейлинге. Мы хотим сделать темный потолок однозначно вот здесь. Отсюда. Это, соответственно, у нас вот эта точка. Так, давай дальше. Это просто на это с, вот с этим вот. Так. Ну тоже, да, большое количество. Да. Большое количество стеллажей в любом случае будет везде, потому что у нас много комплектующих. Давай покажем. Ну, может, общее, вот давай это общее. Кухня. Это кухня, что я вам показывал только что вот в этом месте. Как раз-таки вот это вот стекло, где да, стекло, перегородка. Соответственно, зона отдыха, так скажем. Здесь у нас также эта перегородка. И, соответственно, вот это рабочие места. Кстати, это... очень классный логотип. Вот я надеюсь, это получится все реализовать. Да, то есть это вот где-то вот плюс-минус вот так должно выглядеть, соответственно, по итогу. Очень классный свет. Вот я говорю, я хотел свет, как в детейлинге. И, собственно говоря, надеюсь, это все получится реализовать. Собственно говоря, тоже, да, рабочие места. Ну, вот, собственно, это та самая стена. Да, плюс-минус как-то вот так. Сейчас мы еще сюда не переезжаем. Мы, соответственно, закончим все основные... Сейчас безумный новогодний ажиотаж. У нас там 35 активных заказов на систему в ближайшие дни. Мы пока что будем в предыдущем офисе, а этот офис, соответственно, будем потихонечку готовить, завозить там какие-то базовые столы, стулья и так далее. И, соответственно, там потихонечку начинать уже в январе заниматься ремонтом. Я надеюсь, что все получится. И если получится, то это будет очень-очень классный и солидный офис для, соответственно, компании, что занимается изготовлением ПК на заказ.